Опа! Выстрелы! Всем море приветов, друзья и гости моего канала Нептун, это я. Давайте же начинать прохождение Creepy Tail 2. Игрушка наконец-то вышла, и это продолжение первой части, Creepy Tail. Игру можно перевести как «Страшная сказка». И действие в этих играх, как правило, происходит где-то в мрачных лесах, где обитают жуткие создания и монстры. Ну вот примерно такие же, которые есть вот здесь, на заставке. Сюжет игры первой части повествовал о двух мальчиках, судя по всему, это были братья, одного из которых похитили страшные создания, а второй пытался его найти. Пробираясь через лес, решая разные головоломки, да, кстати, по сюжету это хоррорный квест, ну и в конце мы спасали брата и узнавали, что за всем стоит какая-то маленькая девочка, которая вселяет этих бабочек в эти жуткие страшные создания, и эти создания оживают. И по сути, ими управляла одна маленькая девчонка. А монстры здесь похищают детей. Кстати, я проходил первую часть, если вдруг вы не смотрели мое прохождение, вот наверху подсказочка, можете посмотреть. А у нас с вами вторая часть. Если верить трейлеру и скриншотам, то действительно вторая часть на голову выше первой. Начиная от графики, заканчивая геймплеем. Посмотрим. Давненько на канале не было чего-то, знаете, хоррорного и сюжетного. Глава первая. Незваная гостья. О, как красиво. Музыка, ну графика явно стала лучше. Хотя прошло не так много времени. Засиделся я. Пора бы проверить, как ты, мои родные. Так, закончить диалог. Вот уже первое отличие от первой части, друзья. Первая часть была, во-первых, графика явно упрощена, во-вторых, там все было, ну, в одной плоскости, то есть персонаж не двигался как бы вглубь, ну, вот вверх и вниз, видите, а здесь плоскость явно шире, можно ходить вглубь комнаты, это реально круто. Лук и стрелы для тренировок во дворе. Окей. Наверху вон какая-то кукла, что-то она мне напоминает. Этим летом мы нашли с отцом в лесу какой-то светящийся камень, похожий на янтарь. Теперь это наш ночник. Светящийся камень. Хм. Ну, чего здесь в этих лесах можно не найти? Всякие разные светящиеся янтари и монстры. Да? Красавец-медведь, наделивший меня шрамом на щеке. А, вот это, видимо, Мишка постарался, да? Но после чего Мишка стал, видимо, вот этой вот декорацией на стене, да? Половина шкафа забита моим творчеством. Люблю мастерить из всего, что найдется в лесу. Окей. Так, там какие-то, видимо, поделки из дерева я вижу, из перьев. Шкафчик с рукоделием, которым заведует Элли. Не знаю зачем, но она любит запирать его на ключ. Элли, а кто такая Элли? Это, наверное, моя... А, это, наверное, моя сестра. Видите, две кровати. Здесь подпись Ларс. То есть, меня, видимо, зовут Ларс, а Элли — это моя сеструха, которая, видимо, живет на втором этаже, ну, на втором ярусе кровати. Мышеловка в боевой готовности. Заманивает жертву аппетитным кусочком сыра. Чё-то самому хочется уже рукой туда. Я, например, люблю сыр, а вы? Пишите в комменты. На дворе осень, мое любимое время года. Но обстановочка такая, все равно мрачноватая. Такой легкий туман, летят листья, тишина, шум деревьев. Ну и по традиции действия игры где-то в лесной местности происходит. Окей. Так, погнали на первый этаж. А вот, кстати, видимо, наша сестра Элли, да? Ларс, пропал мой Мишка. Но вы же с ним неразлучны. Когда Мишка убежал? Мы играли во дворе в прятки. Он всегда забирался за колодец, думал, это надежное место, глупенький. Но сегодня его там нет. Сейчас мы его отыщем, не волнуйся. Хорошо, первая задача у меня уже есть, да? Найти медвежонка. Нашей сестренки. Так, инвентарь, пока ничего нет. Это что?
варенье, соленье. Шкаф с продуктами. Ну, в то время, как вы понимаете, холодильников не было, поэтому вот все держали так. Яйца и сыр, ну, такое, знаете, скоропортящееся. Но, видимо, у нас есть куры, да? И какое-то хозяйство, какое-никакое. Так, метелка, такое приятное, знаете, убранство, приятная графика. О, наш батя. Прирожденный, видимо, охотник, да? Если смотреть на обстановку, вон, рога олени наверху. Ну, это макет медведя, чучело. Дневник моей мамы. Она пропала 5 лет назад, и это единственная вещь, которую мы храним. По рассказам отца, моя мама была очень начитанным и духовно развитым человеком. Все свободное время она проводила в библиотеке. Мы пытались расшифровать записи, но мама писала на древнем языке, которому еще в детстве научил мой дедушка, ее. А, то есть дневник с непонятными записями. Отец чистит оружие, не стоит отвлекать его без причин. Ну да, действительно. Зная, что здесь всякие монстры обитают в лесах, и зная, что было в первой части, ружье нам явно поможет. Вообще явно пригодится, да? Так. Че, пойдем во дворик, выйдем, посмотрим, что там происходит. Подозрительный черный ворон. Че, улетит, да? Нет? Ворон. У-у-у. Не хочет он улетать. Так. Она говорила, за колодцем, да, прячется медвежонок, но здесь реально я ничего не вижу. Восток сена. Можно пощупать. Мое сено. А. Только тело мишки. А, даже не обратил внимания, там что-то лежало на полу, подожди. Так, как там инвентарь открыть? А, офигеть. Плюшевое тело, лишенные головы. Можно использовать, если что. Так, видимо, нужно голову найти. Она где-то, видимо, отдельно лежит. Жесть. Так, пока за пределы нашего двора я никуда не ногой. Мало ли что меня поджидает. Топор. Вижу топор. Можно взять? Надеюсь, пригодится. Мы с отцом любим пострелять в дворе. Вчера до победы мне не хватало всего лишь пары очков. Ага, стрельба из лука. Ну, видимо, наш герой, в принципе, прирожденный охотник. А, вон, наверху, смотрите, ворон. С головой медвежонка. Гадкая ворона оторвала мишке голову. Как же заставить ее открыть клюв? О. Подожди, подожди. Это басня Крылова, помните про... Про эту хитроумную ворону? Короче, нужен сыр, как я понимаю. Если сейчас отсылочка идет на басню Крылова, то нам нужно взять... сыр и дать вороне вместо, ну, вместо этой головы медвежонка. Ну, по идее. Да, окей. Взять нельзя? Так, хорошо. Взять нельзя. Может, яблоко какое-нибудь? Нет. А может, лук взять? У нас же есть лук. Шмальнем по ней, нет? I'll only shoot the crow if there's no other option. I think I can outwit the rustle. Стрелять по вороне, да, нужно в крайнем случае, понятно. Значит, теперь у меня есть топор. Может, как-то топориком поддеть? Так, подожди. Нет. I think the crow will like a piece of cheese. Да, понравится кусочек сыра, окей. Ага. Я думаю, топором аккуратненько поддеть. Но обошлось и без этого. Но не забывайте, что у меня есть еще топор. А где применить топор в доме, пока я не вижу никаких вариантов. Может быть, дрова нужно будет нарубить. Так, использовать предмет, ага. First, put lock on the stump, and then grab полено, а потом уже... Угу, а полена у меня нет. Так, давайте дадим ее сырок. Ворона, держи. Вот глупая. Так, мишка найден. Осталось пришить голову на место. Здорово. Вот почему-то сразу вспомнилась школьная программа про эту басню Крылова, про эту ворону хитро, блин, умную, хитро прошаренную. Так. Да, блин, что я постоянно не на то нажимаю? А как мне совместить? Серьезно, вот так? Нет, топор здесь явно не поможет. Нам нужны, видимо, нитки или что-то типа того.
Так, ну, поленья у меня нет. Может быть, потом? Давайте ради разнообразия просто сходим вправо. Ага, все. Выйти нельзя по сюжету, пока я не верну медвежонка моей сестренке. Ну, погнали. Так. Нитки, 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 нитки. Ну, скорее всего, наверху. Я же там занимаюсь всякими поделками, правильно? Значит, чисто в теории, нитки должны быть где-то здесь. Так. Подожди. Рукоделие. Скорее всего, у нее там как раз таки нитки есть. Возможно, она и ключик мне даст. Элли, можно тебе попросить ключик от шкафчика? Можно. А зачем? Думаю, он продвинет поиски Мишки на несколько шагов вперед. Правда? А вот держи. Лови. Пойманная. Так, ну все. Я так понимаю, занимаюсь поделками очень даже неплохо. Допустим, могу что-то выстрогать из дерева, а вот наша сестренка рукоделием. В этом плане она мастерица. Так. Ключик. А вот и нитки. Так, открыть рюкзак, взять нитки, совместить с медвежонком. Та-дам! Мишка снова с нами. Пора обрадовать Элли. Знаете, это такой простенький квест на самом деле, но он, видимо, сделан для того, чтобы нас как бы ввести в курс дела. Приветик. Смотри, кого я нашел за повозкой с сеном. Передай Мишке, чтобы больше не общался с воронами. Спасибо, спасибо, спасибо. Сынок, подойди ко мне. Слушай, отец. Ожидается холодная ночь. Будь добр, наколи немножко дров. Будет сделано. А, вот теперь другое дело. Так, а где там был... была поленница, кто-нибудь видел, нет? Наколи дров. Дрова, а где дрова? Может, они дальше? Может, их нужно собирать? Сначала, а потом можно колоть. Ну да, теперь можно выйти. Да, вижу, вот какие-то есть небольшие чурочки. Парочку хватит? Опа! Бабочка! Как же я им не доверяю? Да, нет смысла уходить в лес далеко. Я взял несколько... коряк. Нужно будет их разрубить. Побежали. Так, он бегать не умеет, да? Походу, дела нет. Лады. Так, что там прилетело, слышите, да, по звуку? Так, ставим одну. И вперед. Ой, ну ёлы-палы, чувак. Да, иногда придется попотеть. Да что, ты прикалываешься, что ли, камон? Ты чё падаешь-то? А что не так? Так и должно быть? Я не могу выйти назад. Так. Инвентарь тоже не работает. Отмены нет. Уйти не могу. Я могу только бить, но... А, неужели? Так и должно быть, судя по всему. Маловато будет. Нужно взять еще полено. Ну, побежали. Без проблем. Мы живем в лесу. Ну, около леса, так что дерево здесь, деревьев должно быть полным-полно. К тому же я рублю, видите, не растущие деревья, всего лишь то, что лежит. Но не нравится мне эта бабочка. А, вон, снизу, боже. А я не помню, оно было раньше или нет? Как-то его так пропустил. Возможно, из-за кукурузы. Она немножко закрывает обзор, поэтому не особо видно. Так, так. Погнали. Тяжелый топор, да. Отец мечтает, чтобы я стал Гераклом. Осталось отнести дрова в дом, и дело сделано. Все, взяли. Ну, начало неплохое. Пару квестов выполнили. Дрова нарубили. Моя сестренка довольна, медвежонок на месте. Отец тоже, думаю, что мной доволен. Куда их? Куда поставить?
Вот же вроде для дров, да? Done. Дело сделано. Good job, son. Молодец, сын. Положи в дровницу у камина. С дровами покончено. Теперь можно и немножко отдохнуть. Ну что, пойдем отдыхать? Па-па-ра-па-пам-пам-пам. Я бы на месте героя взял, например, дробовик с собой. Вместе с ним спал. Тут такая обстановочка мрачная. Жесть. Да-да-да, я понял. Погнали спать? Опа! Выстрелы! Сосед пришел на водку стрелять. Элли, не бойся, я не причиню тебе зла. Это она! Это, по-моему, та девка из первой части опять. Она при помощи бабочек управляет монстрами. Видите, у монстров горят глаза внутри. Желтым. А до этого лежала желтая бабочка. Охренеть, она натравила на меня это создание. Это же я, Марта. Помнишь, как славно мы играли в салки на прошлой неделе? Я пришла, чтобы вернуть тебя в семью. У меня для тебя подарок. Посмотри, как сияют камушки. Ты обретешь власть и станешь частью великого замысла. Выходи, просто примерь ее. И если она тебе не понравится, мы уйдем. Я обещаю. Нет, не надо, не делай этого. Ой-ой-ой, не верь этой ведьме, не верь. Дай ей в морду. Ну, зашибись. Ах, какая приятная дрожь бежит по телу. Ощущаю себя владычицей мира. Рада приветствовать тебя, сестра. Но ведь ты не единственный ребенок в семье. Верно. У меня есть брат. Превосходно. И где же он? Здесь, прямо над нами. Эй, ты сдала меня? Камон! Бежим, 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 в окно! Хрена у него тут планы к отступлению. Заранее продуманные. Офигеть. Кто меня? Меня кто-то схватил, вы видали? Охренеть. Creepy Tail 2. Вот так вот с бухты-барахты пришла главная... Ведьма. Натравила на моего батю это создание. А мне какой-то старичок-боровичок, походу, дело спас. Тихо говорит, только не шуми. Меня зовут Полунь. Я ваш домовой. Ау. У нас еще есть личный домовой? Ничего себе. Для общего удобства живу в дупле, рядом с вами. Домовой? Я всегда думал, что это просто сказки. Мой милый Ларс, мир полон волшебства. Просто оно открывается не всем. На, выпей. Отварчику из жимолости. Он успокоит тебя и придаст сил. А кто напал на наш дом? О, Ларс. Случилось нечто страшное. В наших краях появилось зло. Вот уже месяц повсюду пропадают дети и гибнут лесные жители. А с помощью диадемы был захвачен разум одной девочки, которая начала собирать целую армию. Диадема? Моя сестра, она только что надела ее. Темная магия. Теперь она на службе зла. Марта, Дороти, а теперь Элли. С каждым днем наши дела становятся все хуже. Тайна кроется в бабочках. Именно они контролируют создание лесных жителей и одновременно пожирая их плоть изнутри. Что ж теперь делать? Как нам спасти Элли? Ты видел гиганта, сопровождающего Марту? Наверняка Элли получит к себе в слуги нечто подобное. Просто прийти и забрать Элли с собой не выйдет. Нам нужен план. Отправляйся в город, найди моего братца. Живет он у портного, даже помогает в шитье и по хозяйству. Толковый он и страшно любопытный. Уж точно знает побольше меня. Возьми ему в гостиницу мой фирменный кекс с грибами. Это его любимое лакомство. Спасибо тебе, Полунь. Был рад познакомиться.
Буду ждать тебя вместе с Элли. И да помогут тебе силы природы. Вот такая вот завязка. Он говорил про трех девчонок. Я забыл их имена, вылетело из головы. Возможно, потом уже буду лучше запоминать имена. Но вот последняя, получается, Элли. Три девчонки. У каждой, я так понимаю, есть какая-то диадема на голове, которая контролирует их разум. И они могут направлять бабочек и получают в слуги какого-то монстра. Короче, завязка хорошая. Теперь нам нужно искать брата вот этого домового где-то в городе. И просить его о помощи, да? В принципе, сюжет понятен. Побежали. Мрачный лес. И начало приключения. Ну, завязка хорошая. Незваные гости, действительно. Блин, дождь. Холодрыга-то какая, а? Где-нибудь согреться бы. О, свет выключили. Видимо, не вовремя. Трактир. Это что? Конец веревки выглядит ничейным. Типа забрать? Нет? Но мне нечем его отрезать. Мне бы пивнушку зайти. Немножко бахнуть для настроения. Так, что там наверху? Подожди. Странно. Видимо, кто-то сильно торопился, раз оставил кувшин в такую ненастную погоду. Ну, кувшин, да кувшин. Подумайте. Стоит себе и все. И есть не просит. Блин, там всякие мрачные личности в дверях. Ходят и свет вырубают. Вау. Звук довольно жуткий. Так, судя по вывеске, это домик портного. По-моему, мне как раз таки сюда и нужно. Надеюсь, здесь будут рады моему визиту. Кажется, девочки посетили портного раньше меня. Так, нужно хорошенько осмотреться. Домовой наверняка успел спрятаться. Так, ну да, я вижу кровавые пятна. Тут кого-то, возможно, даже поубивали. Ну, давайте осмотримся. Есть, во-первых, замок. Возможно, пригодится, да, чтобы кого-нибудь закрыть. Или от кого-нибудь закрыться. Так, нитки есть. Можно взять? Ага, можно. Какой огромный коготь. Похоже, портной ответил нападавшим славным боем. Так, давайте посмотрим на инвентарь. Что у нас есть? Замок, катушка с нитками и коготь. Но это еще явно не все. Мне бы ножницы найти, чтобы отрезать веревки на всякий случай. Еще вон наверху, смотрите, кот. Котик, мяу-мяу. А у него ключ на шее. Булавка. Кис-кис-кис. Да не бойся, я тебя не трону. Спускайся сюда. Нет. Ну там, видите, по-моему, миска стоит на полу. Нужно что-то ему налить. Молочко, например. Или какую-нибудь рыбку там дать. Любопытный камин. Возможно, это можно как-то отрезать. Чем-то. Клыком. Подожди, подожди. А если соединить... Хвост, вот только зачем? То есть я применить могу коготь, но он пока не знает, зачем мне это делать, да? Значит, пока что делать это не будем. Что можно положить сюда ему? Хлеба? Нет, хлеб не положить. А домовой, скорее всего, там внутри сидит, наверное. Вот ножницы есть, видите? Но почему-то их нельзя взять. Так, а выйти я могу? Могу. Надо поизучать здесь все вокруг. Вот там какое-то письмо в окно вставлено. Так, письмо от лесной феи. Адресовано домовому, проживающему у портного в камине. Во! У портного в камине. А вот, видимо, его и убежище. Все. То есть, не прочитая письма, да, мы бы не знали, что там домовой. Сейчас давайте еще просто пройдем дальше. Не знаю, зачем я это делаю. Зачем я разрушаю чужую собственность? Без понятия. Для чего я это сделал? А, может, я взял, да, ее? А, я взял.
доску, все понятно. Так, дальше мне не пройти. Ну тогда возвращаемся. Нужно домовому. Так, что он там наверху глазик? А, ну дом портного, понятно. Так, ну что, домовой, выходи. Я пришел к тебе. Кукусики, я здесь. Домик домового нашелся. Вот только дверь закрыта на замок. Может, нужно положить теперь его как-то в миску хлеб? Чтобы он вышел. Дверка закрыта на замок. Ключик у кошки. Это очевидно. Чтобы взять кошку, нужно... тоже что-то сделать. Нужно как-то чем-то подманить, подкормить. Явно в эту миску, да? Так. Тогда нужно искать еще какие-то активные объекты. Может, веревку отрезать? Этим острым когтем? Ну-ка, давайте выйдем обратно. Там вот хотя висят ножницы, но почему-то я их не могу взять. Что очень странно. Кувшин, например, тоже. Может, в кувшине есть молоко, скорее всего. Мне нужно попасть наверх, чтобы, скорее всего, взять кувшин. В кувшине, скорее всего, молоко, точно. Так, конец веревки можно отрезать? Можно. Так, окей, допустим. Можно подкинуть веревку, но она, видимо, не зацепится, да, ни за что. Нужно пробовать нам веревку с чем-то смешать. Ну, по сути, мы сделали что-то вроде кошки-крюка. Ну, импровизированного, да? Теперь я смогу залезть наверх. В смысле, не так? Кидай, нет? За молоком. Нет, видимо, не здесь нам нужно это сделать. А где нам забросить? Ага. Вот куда нужно было использовать. На дом... Так, рискну забраться наверх. Вообще не так, ну, не то, что я думал. Я думал, что нужно будет залезть наверх, взять в кувшин, там молоко, взять молоко, налить в миску для кота. Кот спустится, возьму у него ключ, и тогда отопру дверь в камин. А он хочет просто в камин попасть через трубу? Почему я об этом не додумался? Или нет? А, или все-таки я все правильно сделал? It's too far. Я могу упасть, но у меня доска есть. Та-дам! А, ну в принципе я все правильно подумал. Я изначально думал, что сейчас он через трубу, как Санта-Клаус, полезет. Окей. Ну понятно, этих, у этих домов эти нет трубы, или она с другой стороны. Из-за этого неудобно. Так. Во, молоко, да, действительно. Отсюда не дотянуться, тогда что-то мне нужно использовать. Ну-ка, подожди, а если смешать нитку и булавку? Во! Удочка! Закрепив булавку на конце катушки с нитками, у меня получилась простенькая удочка. И мы сейчас поденем кувшин. Давай, не спи. Будешь что-нибудь делать? А, вниз надо нажимать. Окей. Так, он с молоком. Стакан, наполненный свежим молоком. Идеально. Ну, погнали тогда обратно. Так, котик, кушать, ты готов? Эй, киси. Спускайся, отведай вкусного молочка. Перепугалась бедняжка. Даже меня боится. Ну, наверное, нужно просто выйти. Подождем немножко. Надеюсь, она уже спустилась. Да. Все, теперь ты меня не боишься? Кути-кути-кути. Какой кути? Киса-киса-киса. Боже, это же не собака.
Вот и все. Ужасы позади. Будь лапочкой и позволь снять с тебя ключик. Спасибо. Ну, теперь-то мы найдем этого домового. Так, домик нашелся, вот только дверь закрыта. А, нужно использовать, видимо, отдельно ключ. Все. Преодолели очередной квест. О, у меня уже здесь все сжалось внутри. Столько механизмов, видимо, какие-то квестовые опять будут мозгодробительные задачки. Здравствуйте, меня зовут Ларс. Полунь велел вас найти. С ним все в порядке? Да, он спрятал меня от погони и сказал, что вы сможете помочь. Я должен спасти сестру. С ней приключилось нечто ужасное. Ларс, сознание твоей сестренки захвачено диадемой. Боюсь, просто снять ее будет недостаточно. Полунь всегда отмечал твою храбрость. Сейчас она как никогда кстати. Даже мой хозяин, храбрый портняшка, проиграл битву этим существам. Он славно набивал им бока, но они вставали и нападали снова. Я попытался помочь, но меня полоснули когтями, и я свалился в подвал. Бедняжка. Выходит, девочки ведут охоту на мальчиков? Да. Их используют как инкубаторы для выращивания личинок и новых волшебных бабочек. Жесть. Сам демон безобиден. Он прячется в пещере, а всю грязную работу за него выполняют девочки. Нужно поторопиться. Ступай на восток через лес. Там ты найдешь пещеру. Но как мне уничтожить зло? Ты только не умирай, чувак. Не-не-не-не-не. Кажется, он умер. Элли неизвестно где, в лапах зла. А я застрял здесь. Отец, я даже не знаю, что с ним. Бедняжка. Ларс, соберись. Не время. Не время пускать сопли. Надо действовать. Ты же, блин, мужик. Сейчас ты найдешь способ опустить лестницу, отыщешь пещеру и спасешь свою сестру. Ну что, будем гадать? Так, а я ему пирог тащил. Через весь лес. Может, его запах пирога? Как-то. Так, часть руки домового заменяет протез с крюком на конце. А что, если это и есть ключ к выходу? Забрал у него крюк. Нормально. Я хотел его, хлебушком. Так, видимо, ему уже кексик не поможет, да? Черт подери, жалко, конечно. Бедного домового. А это что? Шо это? Опа. Если приглушить свет, то там что-то, видите, подсвечено в том месте. А можно это как-то взять сейчас, нет? Странный механизм с рельсами. Возможно, он взаимосвязан с лестницей. Окей. То есть, который рычаг, который пока нельзя нажать. Наверху? Слишком высоко, ага. Что еще здесь можно использовать? Вроде бы ничего. Шестеренки. Ага. У меня есть крюк, если что. Могу ли я его использовать? Опа! Идеально зашел в паз. А я могу его как-то двигать? Вот это вот не просто же так. Возможно, здесь подсказывают, как именно ставить крюк. Куда его ставить? Нам нужно просто повыше его сделать? Наверное. Так, а это что? Как это работает? Ну-ка. Ага. Ага. Ну, наверное, это должно примерно так. Дальше нужно определить по цвету. Как правильно их тянуть? Не-а. А-а. Так. Тогда, друзья. Скорее всего, нужна правильная последовательность. Так.
Но тут все без изменений. Зеленая, красная, голубая, желтая. Так, где-то должна быть, видимо, подсказочка. Вот я обратил внимание на книжки на столе. Посмотрите, они, по-моему, как раз-таки тех цветов, что мне нужно. Сначала самая нижняя, ну вот в левой стопке зеленая, вроде потом желтая, потом красная и с правой стороны вот голубая, да? Ну-ка, давайте попробуем. Сначала зеленая, затем желтая, затем красная, затем голубая. Нет. Это, видимо, работает не так. А-а-а, я неправильно сделал. Боже, вот так. Я думал, что он как бы в верхней части крюка цепляется за эти дырки, а нужно... Все. Короче, я неправильно поставил вот эту вот штучку. Ну, теперь-то давайте делать в том порядке, в котором книжки лежат. О, неужели? Зацепил. Вообще, возможно, даже дело не в книжках, да? Ну-ка. Ну, вытащил я это дело. И к чему это все? Теперь подсветка изменилась. Желтая, зеленая, оранжевая. О, тьфу ты. Голубая. Желтая, зеленая, голубая. Это, видимо, нужно... Куда их нужно подвинуть? А как их зафиксировать, например? Угу. Нацепила желтую. Подожди, а это разве желтая была? Там вроде как показалась голубая. Желтый снизу вроде. Или это предыдущая? То есть теперь мне нужно на место желтой, да, привести. И тогда опустится зеленая, скорее всего. Да, точняк. И теперь нужно смотреть, где красная. Логично? А, вот сюда. То есть просто подвинуть влево и наверх. Тогда опустится красная. Да, блин. Так. И давай, родимые, последние. Все. Механизм выучил. Все, побежали. Неплохо. Ух ты. Король? Упс. Неувязочка вышла. Любопытно, сегодня случилось очередное исчезновение. И вот кого я вижу на месте преступления. Эй, вау, все, я сюда чисто за хлебом пришел. Я одежду себе шить хотел. Я здесь по той же причине. Пустите. Я ищу свою сестру. Опусти. На мой дом напали монстры. Я успел сбежать. И вот теперь я здесь, в поисках ответов. Ах, беда не приходит одна. Утром исчезла моя милая умница-принцесса. А это, наверное, та девка, которая ко мне пришла. Возможно, та девчонка и его дочь? Некто пробрался в королевский сад, разорвал прислугу на части и похитил мою девочку. Они же и совершают нападение на город. Монстрами управляют девочки, разум которых захвачен злом. Мальчик, тебе известно больше, чем всем моим слугам. Кто ты? Мой король, меня зовут Ларс. Я простой сын охотника. Мне лишь известно, что зло, отдающее приказы девочкам, безобидно и притаилось где-то в пещере. Я иду туда, чтобы спасти мою сестренку. Твои слова и поступки достойны уважения.
Да и храбрости тебе, как я вижу, не занимать. Ради своей семьи и готов на все. Молю, отыщи мою дочь. Дарую полцарства, все, что пожелаешь. Слово короля. Ох, как все удачно, да? Ох, как все удобно складывается для нашего паренька. То есть он мало того, что найдет сестру, так еще и пол королевства пожелает. Ну, получит. Но... Вот, это ее портрет. Прошу, мальчик, найди ее. Ну-ка. Хорошо, я постараюсь. На улице ждет карета. Я подвезу тебя до леса. Нужно спешить. Интересно. Закрутилась история, да? Ступай, отыщи мою маленькую принцессу. И помни, добро всегда побеждает зло. Хорошо. Ну же, подвиги ждут тебя. Чё-то, знаете, какое-то подозрение. Стой, впереди наверняка множество опасностей. Вот, возьми мой кинжал. Спасибо, мой король. То есть, вот так легко? Вот не знаю, какое-то предчувствие недоброе. Вот так вот с бухты-барахты, ни с того, ни с сего, я внезапно встречаю короля, и который, ну, мне верит, обещает пол царства в придачу за нахождение его дочки, и в конце он просто меня отпускает в лес одного, не воинов своих, не самых лучших гладиаторов, там, рыцарей, да? Нет, он отправляет маленького мальчонку, неподготовленного ничего, просто вот так вот на серьезных щах. Что-то тут нечисто. Либо король реально легкомысленный такой, либо тут какая-то подстава. Так, ничего сделать я не смогу, да? Ну все тогда, убежали. Фу. Глава 2. Шаг в неизведанное. Игра сохранена. Какие страшные тут деревья, да? И жуткие вороны. И колодец. Мрачный-мрачный. Ну что, друзья, я думаю, что для первой серии, наверное, достаточно наших сегодняшних приключений. Прошли полностью первую главу. Слушайте, мне игра очень понравилась. Она, ну, она на голову выше, чем первая часть. И я заинтригован, что же будет дальше. Найду ли я свою сестру, дочку короля, и смогу ли я победить это зло? Об этом узнаем мы уже в следующих сериях, друзья. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Подписывайтесь на мои социальные сети, все ссылочки есть в описании. Ну и там же, конечно, ссылочка на Steam-страничку этой игрушки. Можете также поддержать разработчика, игрушку купить, либо добавить в желаемые. Всем пока-пока!